Прям подписчикам и гостям, я Джетли, и сегодня я покажу вам, как плести вот такие вот расточки. Это достаточно легко, я думаю, вы все справитесь, если захотите. И еще что самое хорошее у них, это то, что их тоже можно украшать, как и дреды. И давайте, пожалуй, начнем. We'll be right back.